Всем привет, с вами Хантер, вы на канале Мистер Венчик, и сейчас я пойду в шахту. У вас проблемы? Ладно, давайте покормим ее. Оба-на! Хопа, спасибо. За мяско, это тупо доставка мяса. Домашняя доставка мяса. Delivery Club, блин. А я тогда, чтобы не морочиться, пошел в шахту. Камера, включите камеру, срочно! Здесь алмазы! Давайте их, конечно же, сломаем. Так, окей. И... Там лава! Чё там лава делать? Так, давайте хотя бы хоть эти алмазики добуду. Слава... Блин, а как мне их добыть так, чтобы не упасть в лаву? Опа! Фух, слава богу. Так. Ай, блин! Не подыхай! Я тут смотрю, и что здесь не так? Почему дверь открыта? А, вот так-то лучше. Сам. Ах, опять этот гад сломал мне дверь. Я свинка Пеппа. Моя башка это квадрат, и я ведь этого не знала. Ну что ж, дорогие зрители, мальчишки и девчонки, я решил что-нибудь скрафтить. Ну там, например, какой-нибудь вот такой вот. А как там сделать этот самый? Вот как мне его сделать? Вот как делать полированный. Кстати, сколько у меня алмазов? О, офигеть, 6 алмазов! Ну, что мне можно сделать? Я не знаю, что мне можно сделать. Давайте тогда сделаем щит обязательно. Так, спасибо. Пахеба. Дальше мы сделаем алмазный шлем. За это тоже спасибо. Да блин, опять ты любишь побогать. О. Опа. Уиху, давайте наденем его. Оба-на, смотри. Опять баги, блин. Опять. Вы только посмотрите на эту картину. У меня надет алмазный шлем, отображается как серебряный, то есть... Ну, я угораю. Майнкрафт вылетел! О, как же можно так постоянно вылетать, ёпрсеты! Ну что ж, на этом видос угарный подошел к концу. Ну что ж, если тебе понравилось, конечно, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну что ж, пока.